Из-за пожара на алматинском складе лакокрасочных материалов в воздухе было зафиксировано превышение уровня концентрации диоксида азота. Экологи совместно со специалистами Казгидромета в тот же день произвели забор проб в 4 точках вблизи объекта возгорания. В конце прошлой недели огнем было уничтожено помещение площадью 450 квадратных метров. Там хранилось около 200 тонн лакокрасочной продукции. Причина пожара до сих пор неизвестна, а вот экологическая экспертиза показала, что воздух в районе пожара был загрязнен. В результате анализа были выявлены повышения на двух точках, это в Жицузском районе, по диоксиду азота, это 2,5 ПДК, и по фенолу 1 ПДК. Высоких и экстремально высоких загрязнений не зафиксированы. После пожара в течение суток мы мониторили данные со всех постов. Высоких загрязнений не зафиксированы.